и биокомплекс антидиабетический. Я вам в конце покажу табличку для различения, когда хром, а когда конкретно комплекс антидиабетический. Потому что да, и то с сахаром, и то работает с поджелудочной, с уровнем сахара, с инсулином. Вот в первую очередь это тоже нормализация углеводного и жирового обмена. Здесь вы просто видите, что здесь помимо хрома, хром здесь присутствует, но здесь еще комплекс микро и макроэлементов, который работает более комплексно, но иногда нужен конкретно один элемент. Сейчас дальше мы в конце об этом поговорим. Кому антидиабетический комплекс? Это безусловно, когда уже есть сахарный диабет первого, второго типа. И для коррекции, и для в составе комплексной терапии, и особенно для профилактики его осложнений или для коррекции его осложнений. Потому что осложнения диабета, вы знаете, это очень серьезные. Это и проблемы с сетчаткой глаза, это и проблемы с почками, это и проблемы с нейропатией, но то, что является в результате, ну, может быть причиной и гангрены, и ампутации, к сожалению, нижних конечностей. Это и заболевания сосудов, это и инсульты, это и сердечные проблемы. Вот в комплексной терапии великолепно включайте обязательно, кто у кого в окружении есть люди с диабетом, обязательно рекомендуйте, вы очень большую пользу принесете вот как раз комплексом антидиабетический. С какого подросткам 16-17 лет однозначно можно. Однозначно можно. Так. Это при заболеваниях поджелудочной железы. Но я вам хочу сакцентировать внимание, что вне обострений. Не в периоде обострения, вне обострений. Но очень тоже хорошо работать будет на проблемы с поджелудочной. Безусловно, ожирение и избыточная масса тела. Это то, вот опять-таки тоже вот эти первые шаги, первое, с чего начинать работать с этими комплексами. И вот теперь смотрите момент, что в ситуации профилактики я бы советовала все-таки вот один цитрат хрома. Я часто вживатый диабетиком. Дело в том, что у комплекса есть, там получается проходится курс за 30 дней о том, как часто повторять курсы. Давайте спросим вот или у Антона Пьяных, или у Оксаны Пивняк, то есть или у нашего, у диетолога, или где-то будут еще отвечать вот как раз на вопрос, и я буду этот вопрос задавать. Я сейчас разбираюсь вместе с вами. 30 дней потом консультация, да, с врачом, имеется в виду, что тем не менее вот курс, но знаете что, вот хром, его вообще очень сложно передозировать, поэтому можно диабетический комплекс, потом уйти на какое-то время на хром. Вот если это какие-то преддиабет, вот эти состояния, то, что я вам говорила, что бывает падение сахара, которое чувствуется, вот человек голодный и просто ему плохо вот так вот. В этих ситуациях начинать с цитрата хрома. Преддиабет, да, я написала, при кандидозе, который сопутствует сахарному диабету, вот то, что мы говорили, да, и беспокоит в первую, допустим, вот очень беспокоит эта проблема. В этот момент вот целющая трийца принимается, и с ним совмещая можно вот работать с цитратом хрома. То есть человек с диабетом, и я же говорю, люди больные, люди, страдающие диабетом, они с кандидой всегда знакомы, к сожалению, опять-таки. Поэтому может быть вот целющая трийца, и в это время и просто хром. Да? И для уменьшения тяги к сладкому при лечении кандидоза, при коррекции питания для похудения и для того, чтобы вот кто хочет выстроить рационально, правильно свое питание, вот КБЖУ – это калории, белки, жиры и углеводы. Вот для их правильного соотношения, для правильного выстраивания, чтобы убрать эту, чтобы не исключительно из булочек и пирожных состояло питание. Потому что булочки и пирожные приведут сразу к трем проблемам, о которых мы говорили. И к кандидозу, и к дырявому кишечнику, и к бактериальному росту.
Поэтому, чтобы вот это вот выстроить, это тоже затрат хрома. Противодиабетический, вот в ситуации действительно диабета и его осложнений. При заболеваниях поджелудочной железы, опять-таки вне обострений, и при ожирении. В этих ситуациях вот хорошо противодиабетический. То есть цитрат хрома мы сопровождаем. Мы, кстати, еще многое мы сможем сопроводить цитратом хрома. То есть прием тех комплексов, где, когда человеку опять-таки с диабетом, либо с проблемами, вот, связанными с сахаром, но человек проходит программу «Активный иммунитет», начинает с нее. И он может уже подключать цитрат хрома, то есть уже работать на свое основное заболевание. Биокомплекс цитрат цинка. Вот его девиз: действительно нет цинка, нет тестостерона. Это мужское средство, хотя оно нужно, опять-таки, ведь дальше сейчас будем говорить,